Всем привет. Смотрим. Смотрим на дом. Нам стены покрасили. Нам полы положили, нам стены покрасили. Запачили. Запачили стены. Здесь дырку так и оставили, которую я разбомбил. Они вот плитку куда доложили здесь на полу. Застелили полы. Это ничего, это ли это первый кот? Мне кажется, мы зелененький цвет убирали. Нет, желтенький. Такой же, как у них, я же тебе сказал. Наша будущая кухня. Плитку положили нам. Здесь будет хард-вуд, стены. А мне нравится цвет стен. Да. Желтенький такой. Это столбы, которые будут стоять. Моля. Которые будут стоять вот здесь. Зима ближется к концу. Туалет тоже покрасили. Поднимаемся на второй этаж. Здесь покрасили все. Хорошенький цвет, Оль. Да. Мне нравится, он не душит. Я даже другую не хочу. Мне кажется, даже да. Вот здесь что-то вот они не сделали. Около лестницы эту дырку не заделали еще. Она выпуклая какая-то. Сегодня красили, очевидно. Да. А они вообще все эти дырки еще не заделывали. Они, смотри, бейсборды покрасили все. Да. Ну, плинтуса, дверь, видишь, крашеные стали. Двери такие. Мне интересно, что они в раздевалках не вставили, еще ничего. Белый хороший. Да, мне нравится. Это ванна, которая темно еще. Вот здесь еще много мест, смотри. Здесь можно аквариум поставить. Или вот здесь, что ты хохочешь? Вот сюда он. Здесь точно нет. Сюда он точно влезет, хорошо. Ну, может быть, вот сюда, но не сюда. Знаешь что, вот сделали бы ванну вот такой очень длинной. Правда же? Подлиннее. Так, наша комната. Опять. Убрались везде. Молодцы, покрасили. Аккуратно еще покрасили, я смотрю. Смотри, как потолки хорошо отвели. Эти по окнам, да. Пойдем в туалет посмотрим. Неплохо делать, мне кажется, мы сколько смотрели давно. Неплохо, неплохо. Я тебе насчет щелей, насчет всего говорю неплохо. Видно уже, в принципе, что неплохо. Так. А в ванной? А в ванной тоже стены покрасили. О, мармарюгу эту положили. Ее не было в прошлый раз. Знаешь, что неплохая плитка, неплохая. Вам щель осталась. Ну это знаешь, это первый кот, это который как грунтовочный, они еще будут закрашивать. Потому что я вижу кучу косяков, которые еще. Это в принципе не должно так оставаться. Видишь, вот это вот, например, вон та дырка. Это они явно должны сделать. Я не знаю даже, что это. Они крепление здесь делают для этого, для лестницы. Это не будет делать, там тоже дырка, видишь? Я думаю, все замазывается, потом заделывается первый год. Не, ну по-хорошему, да, но ты видишь, как сделан. Я так понимаю, следующий уже хардвуд будет. Пойдем зайдем к этому, там 13-й открыт. Пойдем зайдем к этому, к доктору. Угу. Интересно. И что это такое? Так светло здесь, так красиво, да? Здорово. Это деревяшечка. Видишь, как плитка подошла. Окей. Даже здесь не очень ровно положили. Ну ладно. Это все заставится. Заделается. Ну все, вроде как бы тут больше нечего снимать. В бейсменте, наверное, еще ничего не делали. Видишь, почему я тебе говорю,
Видишь? Вот эту стену они... А, они еще не красили ее, они просто отвели ее. Видишь, она вся в этих самых... В изъянах. Они это все заделывать будут. А эту стену так и не выровняли, на которую я ругался с самого начала. Они ее так и не выровняли. Ну ладно, почему вы тут ставите телевизор? Я не знаю. Если вот здесь, то очень мало места. Ну, придется, наверное, здесь сделать столовую, а здесь уже это, телевизор, мегавизор и все остальное. Было бы идеально вот здесь телевизор. Там бы я стол с удовольствием оставил. Но нам здесь камин будет мешать. Или тогда телевизор над камином, или туда в угол телевизора. Может быть, можно попросить, чтобы камин не ставили, но оставили? Я еще в бейсмо спустимся. Видишь, плитку доложили? Я надеюсь, такую же. Ну, она не обмазанная, просто вокруг они, видишь, вырезали, но не обмазанная, щели не замазаны. Смотри, они все заложили, а ну это под покраской, очевидно. Здесь двери не поставили? А, здесь двери поставили, точно. Как они так закрыли гараж? Они его что, заколотили, что ли? Или они на ключ оттуда закрыли? Наверное, оттуда на ключ закрыли. Хорошенький цвет. Ой, здесь дверь поставили. А вот эти деревяшки, это для чего? Мне их охота спрятать. Pull-off switch. Что-то еще поставили, что ли, или нет? Нет. О! Плитку оставили. Ты же попрятал плитку. А, это значит, что это полки в клозет, точно. Но я попрятал, так это же из прихожей плитка. Она тут была черная?